Но мы первый этап всегда проводим, и второй проводим на юге, пытаясь сбежать от московского холода. И поэтому приехали в марте в Сочи, получили очень прохладную погоду. Потом думаем, ну, переедем в Севастополь, получим наконец-таки солнышко, получили дождь со снегом. И вот, и слава Господи, приехали в Москву, и вспомнить предыдущие этапы. Первый год и второй год. Первый год там плюс 5-6 с очень сильным ветром. Второй год то же самое. Дождь и холод. Ну вот в этом году нам, слава Богу, повезло. Пришло тепло в Москву после очень-очень холодной такой там весны. Конечно, всем гонщикам хочется, чтобы было бы и солнышко, и ветер. Но не всегда получается. Пока получается хорошая погода, теплая и небольшой изменчивый ветер. Я думаю, что все равно это такая комфортная атмосфера, хорошее настроение у всех, потому что солнце всегда позитив. Поэтому решили вместе с прояхтингом, что мы проведем в рамках лиги и открытия сезона, пригласим сюда зрителей, которые любят парусный спорт, которые еще не знают, что они любят парусный спорт. Мы постараемся сделать хороший праздник для всех, и для зрителей, и для взрослых, и для детей. Я думаю, что и гонщики в этом поучаствуют. Хороший повод сказать, что пришло лето, здравствуй, лето. Пришел парус в Москву, здравствуй, парус. Поэтому очень ждем гостей, что они приедут, посмотрят, поболеют, попереживают, окунутся в атмосферу парусного сообщества. Кто-то захочет, может, попробовать себя. И такая возможность будет выйти даже, сказать, на тренировочной лодке и пройтись под парусом. Может, после этого кто-то сам придет в парус или детей своих приведет. Что для нас самое главное. Но я могу сказать, что у нас только одна команда не участвовала в двух этапах. Это Рус-7, и то потому, что ну, у Кирилла Подольского родился сын, и поэтому он, конечно, любя парус, тем не менее, сказать, там, любит больше, понятно, своих детей. Поэтому, слава Богу, что они вернулись и присоединились, мы очень этому рады. Теперь 27 команд. Я могу сказать, что каждая команда хочет победить. Вот нет команд, которые приехали сюда для того, чтобы просто там поучаствовать, абсолютно. Все очень заряжены на победу. И видно, вот это третий год такой полноценный, видно, насколько усилились команды. То есть сейчас, если раньше были явные лидеры и дальше какая-то группа там средних и отстающих, то сейчас каждая команда может выиграть. Любая ошибка приводит к тому, что команда-лидер окажется, сказать, там, в конце там, на той или иной гонке. Поэтому все хотят победить. Это очень радует, потому что это главный мотив лиги. Лучшая, самая сильная команда России побеждает. И мы определяем вот по итогам года абсолютного фактически чемпиона России самую сильную команду. Поэтому очень заряженные все. Все очень дружат и любят себя там, и команды другие на гала-ужине или вечером, сказать, но никто не уступит.